Коренев Филипп Михайлович, поступая на службу в органы внутренних дел, принимаю присягу и торжественно клянусь до конца оставаться преданным своему народу, социалистической родине и делу коммунистического строительства, быть честным, мужественным, дисциплинированным, бдительным работником, образцово нести службу, строго соблюдать социалистическую законность, хранить государственную и служебную тайну. Я клянусь добросовестно и беспрекословно выполнять все возложенные на меня обязанности, требования уставов и приказов, не щадить своих сил, а в случае необходимости и самой жизни при охране советского общественного и государственного строя, социалистической собственности, личности и прав граждан и социалистического правопорядка. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет наказание по всей строгости советского закона. 100%. Сука! Заводи, поехали. Тихо, тихо, тихо. Пара, не гостей, выходи. Это ты что ли? Чё за беспредел? Меня прокурор отпустил! Чё меня вообще оборзел? Да, совсем иди. Чё, быстрее тебя хочешь? Очко не лопнет у тебя! Нет, ну то удаешь, что? Во время я тебе показал бы, какое кому очко. Сначала бы пальцы отрезать, потом бы уши. Потом бы ты сам от страха подох. Понятно? Ты знаешь, я однажды под присягой клятву давал мочить таких уродов, как ты. По мере сил. Сил у меня немерено.